Привет всем строителям и подписчикам моего канала. Сегодня я хочу показать вам мои новые приобретения. 15 числа у меня было день рождения, и мне подарили некоторые подарки. Точнее, любимая подарила мне два подарка. Первый — это клещи, чипцы Джокери. И второй — это ящик Фатманс, о котором я очень давно мечтал. Глубоко. Давайте рассмотрим клещи Джокери. Здесь написано: автоматические клещи-щипцы предназначены для удаления изоляции с одножильных и многожильных проводников сечением от 0,2 до 6 мм квадратных. Значит, корпус клещей изготовлен из полиамида, усиленного стеклопластиком. Небольшой вес позволяет работать продолжительное время, не уставая. Есть отверстие на корпусе для крепежа. Вот так выглядит упаковка вблизи. Давайте откроем, посмотрим. Вот таким образом они выглядят. У меня были подобные только от компании Knipex. Принцип их тот же самый. Но я вот приготовил несколько заготовок. 1,5 миллиметра квадратных медь. В принципе, нормально. Точнее, это было 2,5 миллиметра квадратных. Вот это полторашка. Мягкий провод с какой-то люстры или светильника. Отлично. Медь шестерка. Максимально его возможное. Отлично зачистил. Но кусать медь написано нельзя, только 2,5. Можно попробовать. Нет, не берет. Следующее в нашем обзоре — это ящик Fatmax Stanley Deep Pro Organizer. Это он еще называется на сайтах PlastiDip. Здесь пластиковые вот эти ручки, не металлические. Ну, о таком я давно мечтал. Очень большие ящики. Обзоры уже есть на YouTube много. Именно по обзорам я и решил его выбрать. Именно этот. У меня уже есть один ящик, только не от Stanley. Хранится вон в сумке моей. От компании Fit. Stanley есть точно такой, тоже очень удобный. Он как раз прямо по размерам отлично подходит в сумку. Но некоторые вещи в него не помещаются. Поэтому я решил заказать еще вот такой. Ну и третий подарок я решил сделать сам себе. Это посылка из Китая. Давайте откроем, посмотрим, что там.
упаковано в поролон. А внутри у нас циклон для пылесоса. Кто не знает, для чего это, я сейчас покажу картинки. Ну а кто знает, тот, наверное, меня поймет. Давно мечтал сделать нормальный пылесос из обычного. Здесь вот в комплекте продавец положил, не знаю, это открывается, ну, запаянный. Ну, вроде все достал. Комплект, значит, идет. Письмо от продавца на английском языке. Просьба поставить 5 звезд по покупке. Здесь идет наклейка на ведро или на что именно, куда будет пыль собираться. Где отверстия сверлить и какие диаметры. Саморезы. Два хомута металлических. И вот таких две трубки. Я так понимаю, для делать переходники для шлангов. Ну, на канале вы скоро увидите, буду собирать свой циклон. Посмотрим, что из этого получится. Подарками я очень доволен. Это именно то, что я, в принципе, в этом году хотел приобрести. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Также у меня есть вот такой набор ключей компании Vera. Кому будет интересно, попробую запилить обзор. Просто особо гаек-то нету, что крутить. Очень качественные ключи. Здесь трещотка. Здесь специальная заточка. Ключ можно переставлять на 30 градусов, а не на 60, как обычно. И держатель гайки. Гайка не выпадает. Очень классные, качественные и дорогие ключи. Vera Joker. В этом наборе на 10, на 13, на 17 и на 19. И очень у Веры всегда качественные чехлы идут. На все, на отвертки, на ключи, на все что угодно.